Где игра, там азарт. Где азарт, там ставки. А там, где ставки, возможен выигрыш. Наслаждайся игрой. Остальное за нами. Винлайн заплатит. Без вариантов. Чемпионата России. Глушаков был капитаном, но сегодня Австрия. Ну и инспектор матча Алан Фрилан из Шотландии. Да, ну и делегат матча, да, ни одного киприота, как вы могли догадаться. Один бразилец, один черногорец и два македонца. Вот такой АЭК сегодня. Это нынче настоящий признак класса. Некой вот здесь Бакетти не сумел здорово попасть по мячу. И смотрите, какой момент опаснейший, но удар плохой для Румеса. Дальше перевод в центральную зону. По левому флангу подключается Дмитрий Камбаров. Но Джано решил сам пробить. И Рубен Миньо мяч фиксирует. Передача на фланг. Там Промес чуть-чуть назад. В недодачу на Зе Луиш. Он может пробить. Бьет поворотом. В исходном расположении духа. Нам с ним удалось пообщаться. Но сразу после этой атаки продолжим. Камбаров подает штрафную. Удар опаснейший. Немножко не допрыгнул. А Ещенко, ну давай смотреть. Он тянулся к этому мячу. И поэтому, ну как-то вот не до конца подстроился, что ли. Ну, пас великолепно дает Камбаров. И Ещенко очень здорово открывается. Мы видим, что ошибается оборона АЭКа, потому что Ещенко дают возможность так, при фланге подключения Камбарова. И пошла передача. Но дальше навес на Зелуиша. Вот она, классика жанра, и удар Зелуиша. Ну, вы слышите, как дышат трибуны. Игра не усыпляет абсолютно точно. Она живая, она динамичная. Может быть, не все получается у «Спартака», но делают все правильно. Другое дело, что соперник очень прилично защищается. Кстати, на дриблинге начинает получаться, Ром. Проходит центральную часть поля. Зобнин, хорошая передача в штрафной. Промес разворачивается. Четыре игрока «Спартаковца». Пятый Глушаков набегает. Промес отдает Зобнину. Удар поворот. Голов не засчитывают. Да, но прямо в руки вратарю получается. Конечно, второй тайм будет интереснее, потому что АЭК уже начинает чуть-чуть раскрываться. Именно кипрской команде нужно забивать для того, чтобы... Супов и Зобнин. Кстати, оба из Динамо. Динамо заменил один другого. Зе Луиш мячом, а дальше! Покати спокойно, выведи один на один. И... угловой. И линии, чтобы его подключили к атаке, но Зе Луиш увидел другого партнера. Тоже, в общем, было неплохо. Но обязан был забивать, конечно. Тем более, Бакетти сам уже в офсайд забежал. То прессинга уходит. Томас. Томас. ТТ. Передача опасна. Вот, пожалуйста, тот гол, который у себя дома забил. АЭК. И как раз ТТ делал передачу. Кстати, отметим ошибку и арбитра бокового, потому что был здесь офсайд. Жесткий был пас, молодец Камбаров, что двинул вперед. И Фернандо пробивает, но это... И вот как раз прекрасная работа наших коллег. Мы видим эпизод, когда очень четко, буквально на пальцах, объясняет Оленичев задачу своему футболисту. Просто... ТТ. И заброс пошел к выйти! Сейчас браво Миньо. Помоло. Глушаков. Развернулся, Промес, жидковато, удар Дениса! И спасает Миньо команду, удар шикарен. С левой ноги пробил Глушаков. И Миньо с большим трудом выручил свою команду. Причем в противоход, да, Миньо двигался вправо, но сумел оттолкнуться. Классный момент. И мы видим, что если бы не голкипер, Глушаков бы сейчас забивал. Штрафную площадь Спартака. И там за него бороться, в надежде на то, что вот такая передача пройдет. Господи, ну что ж такое? Как же так? Ребята, ну, пропускает Спартак на 89-й минуте. Команды, они сейчас, по-моему, думают, ну, что давайте выиграли. Поглядим. Вот он, Тречковский уже стартует сейчас из глубины. Офсайда нет, все, не помешали сделать пас. И вот она расплата. И все это через 2 минуты после того, как втроем выходили красно-белые, но так и не смогли придумать, что же сделать с мячом в той ситуации. Моментально замену Ром готовят, да, Мельгареха? Да, Мельгарах, он уже готов. Но вообще... Но тут уже минута осталась, и, в принципе,